Привет, дорогой зритель! Сегодня я решил сделать такое коротенькое видео, в котором я хочу показать, как моя новая машина выглядит изнутри. Напоминаю, это Mazda CX-5 2016 года выпуска. Пятиступенчатая коробка автомат, двухлитровый двигатель, 155 лошадиных сил. Эта модель называется Mazda CX-5 Executive или же Mazda CX-5 Luxury, то есть роскошь. Итак, давайте посмотрим, что же мне такого роскошного и удобного есть. Это первая деталь, это кожаный руль. Очень удобная и мягкая кожа. Это вот такой вот мультируль с управлением медиа-центра. Вот он находится здесь. Здесь есть возможность как магнитолой, также есть возможность подключить сюда свой мобильный телефон и разговаривать по Bluetooth. Можно также смотреть все сообщения, которые к тебе приходят на телефон. Также есть возможность подключить сюда камеру переднего вида и заднего вида. Вот. Что мне также нравится в этой машине, это вот эта вот вставка, она сделана по дереву, хотя это не дерево, это пластик. Это не дерево, это пластик, к сожалению. Здесь есть климат-контроль. Вот. Он управляется с помощью вот этих вот трех рычажков, или как. Также есть здесь круиз-контроль. Есть, можно вот он включить, выключить, и если едешь на дальнее расстояние, в дальнее путешествие, то очень удобно. Включил круиз-контроль на определенной скорости и чуешь по трассе с этой же скоростью, не сбавляя ее. Вот. Что могу сказать по сиденьям? Сиденье сделано обычная обивка, но они сделаны очень удобно, то есть не сидеть очень удобно из-за того, что есть вот такие вот бортики, которые обхватывают полностью твое тело. Вот есть на спинке и на нижней части сиденья. Есть также выдающаяся вперед часть, и она удобство при сидении, так как вот сюда вот впивает обратная сторона ножных чашек, и нога сама уходит вниз, то есть она придает определенный упор и удобство. Да, также хотел сказать, вот рукоятка переключения передач, она также сделана из кожи, и ручка ручного тормоза тоже кожаная. Что мне очень нравится также в этой машине, что здесь есть раз, здесь USB прикуриватель, в который можно вставить USB вход, переходник на USB. Также есть USB вход, который находится между двумя сиденьями. Вот, как видно, здесь есть прикуриватель. Вот этот прикуриватель. Так. И также вот есть USB вход, и рядом с ним есть вход AUX под. В этой модели очень удобная система старта машины, то есть непосредственно включение машины. Здесь нету ключа, здесь есть вот такой вот брелок с логотипом Mazda. Его просто ложишь рядом с собой. Вот главное, чтобы он был в машине. Положил. Потом вводишь код и нажимаешь на вот эту вот кнопочку старт, и машина завелась. Не нужно париться ни с ключами, ни с карточками, как в некоторых машинах, я знаю, в автомобилях Renault есть
карточки, не как кредитные карточки, их просто вставляешь в отверстие, оно находится здесь, и она заводится. Тут такого нету. Здесь просто есть брелок, вот такой вот, ложишь рядом с собой и нажимаешь на кнопку старт. И все. И она заводится, и также выключается. Итак, бардачок. Бардачок здесь не слишком большой, но, если честно, мне все равно, какой здесь бардачок. Я им не пользуюсь. Я в него положил документы, и все. Документы лежат, и уже хорошо. Вот так вот в машине выглядит салон. По-моему, очень круто, очень классно. Мне нравится вот эта вот панель. Здесь есть с правой стороны экранчик. Вот если можете его заметить. Вот этот экранчик здесь находится, на котором отображается вся информация по машине и по двигателю в том числе. Вот как он выглядит сзади, эта машина. Сейчас перемещаемся назад и покажу, сколько места сзади находится. Итак, что же есть сзади? Сзади у нас также на вот этих вот ручках идет кожаная обивка с этой стороны и с другой стороны также. Вот. Место для сидения. Вот я сижу здесь, я человек довольно-таки не маленький, и мне здесь довольно-таки комфортно сидеть. Да, ноги находятся почти возле передних сидений, но это из-за того, что эти сидения наклонены вниз. Вот. Поэтому они находятся почти сам притык к сиденьям. Но, опять-таки, это не мешает моим ногам. Мне здесь абсолютно комфортно и удобно. Здесь также есть вот такой вот подлокотник. Вот он, подлокотник с двумя подстаканниками под стаканы. Вот он находится здесь, посередине. Вот. Заранее прошу прощения за шум. Здесь кто-то, видимо, переезжает, поэтому вот есть такая грузовая машина. Это машина с краном. Они снимают с высокого этажа мебель. И таким образом они опускают их мебель на улицу. Итак, вернемся к багажнику. Багажник довольно-таки просторный. Много всего может влезть. Не знаю, сколько литров здесь, но я не считал, что это суть. Вот как этот багажник выглядит. Он достаточно большой. При желании можно и человека туда засунуть. Вот здесь также есть такая вот лампочка. Сейчас, вот она включается так. Раз, выключился, включился. Есть такие вот штуки, это для того, чтобы сиденье опустить, сиденье опустилось. И также с другой стороны. И что мне очень тоже нравится, что здесь есть, опять-таки, место для прикуривателя. Вот, здесь опять можно вставить прикуриватель и зарядить необходимую вам аппаратуру. Вот. Также есть вот такое вот второе дно. Вот оно, в котором находится запаска. И это полная запаска, то есть не докатка, ничего, а именно полная запаска.
который можно поставить и ездить на ней спокойно, без каких-либо проблем. Также есть вот такой вот знак стопа здесь. Ключи всевозможные. Вот здесь. 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 Вот просто раз. Закрыл. И это обычный багажник. Также я не сказал по поводу задних мест. Здесь вот и есть также ремни безопасности для первого, для одного пассажира, для второго пассажира и вон там в конце для третьего пассажира есть. Вот так вот выглядит двигатель моего автомобиля. Да, я забыл сказать, что это двигатель от Skyactiv Technology, то есть технология Skyactiv помогла инженерам компании Mazda достичь тех же характеристик, как и в предыдущих моделях, в более компактном корпусе. Видео окончено. Всем всех благ, хорошего дня, пока.